В ближайшее время в Каспийске планируется начало работ по реализации проектирования и строительства напорной станции с диаметром 1400 миллиметров от ГКНС-6 города Махачкалы до канализационных очистных сооружений Каспийска протяженностью 16 километров и производительностью 300 тысяч кубометров в сутки. На сегодняшний день на участке уже проходят подготовительные работы, куда выехали заместитель начальника управления ЖКХ Каспийска Замир Омаров, в РИУ начальника ГИБДД города Каспийска Радик Магомедов и представители современной системы реновации. Протяженность участка 17 километров, из которого в этом году мы планируем построить участок по улице Маячной 3,5 километра и участок в районе Тууралии по 1,5 километра. Это то, что запланировано на этот год. Реализация данного проекта позволит перехватить все канализационные стоки, которые попадают на насосную станцию ГКНС-6 и транспортировать под давлением в уже существующие очистные сооружения Каспийска. Отметим, что в работе будет использовано оборудование нового образца. Также на Маячной будут сделаны три камеры, в которой по просьбе единого оператора будут подключаться сети Каспийска с повышением давления, потому что данный напорный коллектор идет под давлением. Начать основные работы планируется в сентябре текущего года. Сейчас уже произведена укрепленная сварка, завезено 3 километра труб и проводятся технологические стыки между трубами. Также руководитель департамента строительства Иван Филилеев сообщает, что на период работ жители данного района столкнутся с некоторыми неудобствами в передвижении. Это и будет единственное неудобство для тех людей, которые проживают на улице Маячной. После завершения строительства мы передаем в щебеночном основании городу, и я так понимаю, будет положен асфальт. Мы планируем также вести работы в круглосуточном режиме на двух, на трех одновременно участках. Потому что объем работ очень большой. Для скорейшего завершения проекта и устранения неудобств работы будут проходить в две смены.